Ассаляму алейкум! Вас приветствует Джанла Студио. И сегодня у нас в гостях невероятная соул-джаз-певица Влада Лефор. Myself to you, body and soul.
Привет, Влада. Я очень рада приветствовать тебя в нашей студии. Привет. Признаюсь честно, что давно слежу за твоим творчеством. У тебя два высших образования. По первому образованию ты психолог, а второе образование музыкальное. Как ты пришла к музыке? Музыкой я занималась, в общем-то, всю свою жизнь, сколько я себя помню. То есть сначала я там писала песни и все время писала песни, потом я занималась в музыкальной школе по классу фортепиано, потом я опять же сочиняла песни и даже собирала какие-то там команды, пыталась что-то делать, но никогда не делала это профессионально. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я хочу сделать это профессионально и очень качественно, и поэтому я поняла, что мне нужно сосредоточить все свое внимание именно на этом спектре и параллельно заниматься там чем-то еще, что было бы там моей основной работой или, ну, вот как-то так я уже не могла. Вот, поэтому я сконцентрировалась на музыке, поступила в Институт Глиера на джазовый вокал и благополучно его закончила полгода назад. Преподавала вокал где-то в течение 2-3 лет. Еще обучаясь. Да, и обучаясь, и у меня были и частные ученики, также я преподавала в школе вокала частной. Сейчас пока не преподаю, потому что пока есть проекты, которыми я занимаюсь и хочу заниматься, есть какие-то планы именно для того, чтобы раскрыться больше как вокалист, как автор и как аранжировщик, и поэтому я сосредоточена сейчас больше на этом. I think you better go home, Tyrone.
Ты участвовала во многих очень успешных проектах. Расскажи о них. Сейчас я участвую в довольно успешном таком проекте «Сансей». Там я как бы вокалистка и как клавишница. Это в течение уже полугода я там пою и играю. Вот. А до этого были проекты, я не могу сказать, что они неуспешные, но это все-таки андеграунд скорее. То есть и я работала в основном с джазовыми инструменталистами киевскими, и не всегда это была джазовая музыка. Но, тем не менее, как бы вот мы делали что-то нестандартное и что-то некоммерческое, неформатное, что не попадало там на телевидение, на радио и так далее. Это был проект «Air, Love and Vitamins». Мы работали там с Уреном Томасяном и с Юрой Нацлишвили. Это мой проект «Bluebird Sessions», с которым мы экспериментируем в какой-то соул, нео-соул, хип-хоп музыке. Вот. Но пока авторское мы там ничего не делали. И вот насчет авторского я планирую заняться своим проектом авторским вот в ближайшее время. Поговорим о неформате. Я знаю, что ты не участвуешь в различных талант-шоу, поскольку ты для них являешься неформатом. Почему именно твоя музыка является неформатом для них? Ну, смотри, меня два раза звали на шоу «Голос страны». Два раза я довольно долго отказывалась от этой идеи, но в итоге меня таки уговорили, и я туда пришла. Но поскольку я сразу заявляла, что я не буду петь какие-то суперпопулярные вещи, которые сейчас вот как бы везде есть и на радио, на телевидении, ну то, что в основном там исполняется, да, то я приходила с материалом, который мне близок. Вот. И, соответственно, это немножко не то, что им нужно. И я прекрасно это понимаю, потому что ну, нужна музыка, которая будет продаваться, более коммерческая. Это не умаляет талантов тех людей, которые туда приходят, особенно в прошлом сезоне, когда очень много моих знакомых там участвовало, и это действительно был прорыв. Вот, в этом шоу, в частности, и в целом, в общем-то, для украинской музыки как бы пошли какие-то такие процессы приятные. Вот. Но, тем не менее, это, вот я пока не чувствую, что это мое, что я готова как бы подстроиться немножко под какие-то форматы и стандарты. Вот. Мне, наоборот, как-то больше хочется ориентироваться на музыку, которая у нас не популярна. Get it.
кем ты ощущаешь себя в музыке или чем для тебя является музыка? Ну, во-первых, я ужасный перфекционист, поэтому мне хочется делать что-то действительно важное, чтобы это имело значение для людей, которые меня слушают, чтобы это, ну, извините за амбиции, но чтобы это как-то лечило людей в каком-то смысле. Музыка для меня это в первую очередь как бы какой-то такой канал моего выражения, каких-то моих ощущений, восприятия мира и вот транслирования этого людям, которые меня слушают. Вот где-то так. Меня всегда интересует вопрос народной музыки. Ты родом из Прикарпатья. Планируешь развиваться в этом направлении? Скажу откровенно, я только недавно этим вопросом заинтересовалась по-настоящему, скажем так. Да, я слышала эту музыку с детства, и она всегда имела на меня какой-то завораживающий эффект. Вот. Но я не чувствовала себя в этом, я не чувствовала, что я могу как-то это переосмыслить. Вот. Я не была к этому готова. И только недавно у меня возникли такие идеи. То есть сейчас у меня в разработке есть там несколько каких-то композиций, над которыми я вот размышляю, как я их вижу. Вот как-то так. Только вот сейчас. Как ты считаешь, меняется ли украинская музыка? Если меняется, то в каком направлении? Украинская музыка, на мой взгляд, меняется в последнее время очень сильно. Это мое, конечно, наверное, субъективное мнение, но из того, что я вижу очень такой явный прогресс. Появляется действительно очень много качественной музыки, если сравнивать с какими-то другими рынками, которые близки нам территориально и по ментальности, то мне кажется, что у нас производятся одни из самых качественных продуктов. И это не только как бы мое мнение. Вот. Даже профессиональные музыканты, многие из других стран тоже так считают. И сейчас это очень важно, что эта музыка действительно попадает в эфиры. Люди ходят на эти концерты, у нас преобразовывается популярная музыка, музыка, которая делается для масс, она уже становится качественно другого уровня, и это очень важно для слушателей и вообще для развития музыкальной индустрии. Мне кажется, сейчас как раз то время, когда можно рисковать и делать то, что тебе нравится, и даже получать за это деньги. Ты хочешь рискнуть? Я, наверное, все время как бы хотела рисковать, и мне, в общем-то, это мое. Я никогда, я не начала заниматься музыкой просто для того, чтобы стать популярной или знаменитой. Меня это, в принципе, не очень интересует. Меня как раз интересует вот вся вот эта какая-то эстетика музыкальная, красота, смешение стилей, которые мне нравятся, какая-то интеллектуальность в этой музыке. Вот, поэтому, конечно, мне хотелось бы делать что-то вот в этом направлении. И для меня вот сейчас время это, оно, конечно, меня радует этот момент. И, конечно, да, я бы хотела сейчас, вот как раз сейчас что-то делать.
ты пишешь музыку, поешь, что для тебя важнее все-таки в песне? Текст или музыкальное наполнение? Ну, я изначально как-то более ориентирована была на мелодии, вот, и тексты я писала, конечно, но мне интересна была именно музыкальная какая-то вот сторона, музыкальное оформление. Сейчас меня тем более больше интересует гармония и язык ритмический, гармонический, мелодический, нежели текст, потому что, ну, не знаю, для меня это именно вот то образная передача какая-то вот идеи, которая меня впечатляет больше. Соответственно, и я сама так делаю. Я очень люблю инструментальную музыку. И если, допустим, там сравнить, вот увлекаюсь ли я поэзией или инструментальной музыкой, ну, как-то нельзя, наверное, такое сравнивать, но вот поэзия меня всегда не очень интересовала. Конечно, мне не все равно, о чем я пою, и любые слова я петь не буду. Вот, но в первую очередь для меня все-таки приоритетнее гармония, ритм, мелодия. Ты поешь в разных музыкальных стилях, это и соул, и нео-соул, и джаз. Соул переводится как душа. Что именно делает этот стиль таким, скажем так, душевным? Ну, знаешь, я вот слышала такую фразу, что я не знаю, кто ее сказал и насколько это соответствует правде действительности, но говорят, что блюз — это музыка, когда это та музыка, когда хорошему человеку плохо, а соул — это музыка, когда хорошему человеку хорошо. Вот. Насчет душевности, ну, как по мне, то разная музыка может быть душевной. Но именно в соуле проявляется какая-то чувственная натура и чувственная сторона музыкальная. Хотя, ну, как бы корни этой музыки также лежат и в госпел-стиле. Вот, когда, ну, это совершенно другие тексты, они более как бы другого формата и смысла, да. Но вот соул-музыка — это как раз вот, в общем-то, те же музыкальные идеи, вот, смешение там госпела, блюза, джаза, каких-то вещей. Вот, и вот текстов, которые светские более чувственные. Ну, как раз вот в этой музыке проявляется какая-то такая интимность и чувственность особенная. Спасибо, Влада, что пришла сегодня к нам в гости, подарила нам свое хорошее настроение. Спасибо. И я надеюсь, что всем хорошим людям, которые сегодня смотрели нас, стало еще лучше. Спасибо. Спасибо большое сегодняшней передачи. За возможность показывать то, что мы делаем, и поделиться частичкой своих музыкальных ощущений. Спасибо. А с вами была Genlist Studio. До встречи через неделю. Слушайте хорошую музыку. Come on, come on, come on.